парламент так называемой Нагорно-Карабахской республики в окончательном чтении принял законопроект, согласно которому русский язык стал вторым официальным в Карабахе. За принятие законопроекта проголосовали 27 депутатов. Два парламентария воздержались, еще двое на заседание парламента не явились. Один из авторов законопроекта, председатель комиссии по науке, образованию, культуре, молодежи и спорту Арам Рутюнян в заключительном выступлении призвал воздержаться от манипуляций на эту тему. Конституция страны диктует: армянский был, есть и будет родным языком Карабаха, отметил он. Поправки в закон о языке вступят в силу на 10-й день со дня официальной публикации. Мы вот видим, военнослужащие миротворческого контингента работают.